Вот баба Надя пришла. Ее как звать-то? Гликерия? Гликерия. Ой, у нее собачка какая. А где ты ее взяла такую? Братка. Дома. Дома взяла. А вы где были сейчас с бабой Надей? Ты куда ходили? Качались, скажи. На улице. На витаминки. Витаминки во рту у ней. Вон как. В кармане бери, в кармане. В кармане. Угу. Витаминки у меня били. Ну, понятно. Вот ты витаминки. Скажи, на качели качались. Чего тебе про витаминки? Угу. На качели качались, скажи. Не качели, вот курочки. Она меня качала, баба. Вот она сидит. Ну, так что, они на лето в лагерь собираются? Ну, она... Она не против, чтобы в лагерь ее взяли, ага. Но ей еще домик она не может еще оформить. Ой, какая собачка. Это вот ты ее в духовку киса. Положила, собачку-то? Она загорелась. Заезда туда. Кого наверх. Она? Кошечку она увидала. Это белый, он большой. Вот он где. Спать ложится. Пошел, сейчас в коробку залезет. Вот он пошел. А унес от него невесту. Потом его сожгла. Понятно. А что, она петь умеет? Ну-ка, спойте с ней. Давай, Богородица, Дева, радуйся, давай. Ну-ка, я хочу послушать, давай. Деда хочет послушать скорее. Давай-ка, попробуй. Богородица, ну-ка, как она поет? Киса на меня смотрит. Все? Киса на меня смотрит. Богородица, Дева, радуйся, спой. Ну, отче наш, спой. Ну, дай. Ты можешь научить ее какие-нибудь стихи петь. Честнейшую херувим она поет. Ну-ка давайте маленькая, хоть попой. От царю небесный. Ты хорошо, хорошо. А отче наш, давай. Отче наш, усиновися. Зафиксируем, добились. Картавая, не может быть слова. На месяках она позвала на курень даст и даст. Хлеб наш русный дает на дни и остави нам долги наши. Это долги наши. Так и мы. И не уединули кусей, но бают колоком. Хорошо. Сколько ей время-то? Два годика, 4 месяца. А вот пора показывать по телевидению, там одна Марина. 4-летняя, как стихи читает, видела? Ой, видела. Я все пересмотрела несколько раз. Ой, это ой, чудо, вундеркинды какие. Ой, она мне дает. Ой. Да хорошая какая собачка киса. У ней. Прям. А как ее звать? Киса. Пупсик. Киса. Это она в печку положила и припекла весь бок-то. Ну. А я и говорил тебе, за ней как ой, смотреть надо. Нет, я уже смотрю. Муха. Она может лицом сунуться туда. Самое главное это вот что. Она в ухо горела. Это я будто об щетку ударилась. Помнишь, когда сату ударилась? Пинка вот такой. Она меня помазала, бабуля. На что тебя мама красила ногти уже? Да. Ну-ка, расспроси ее, как?
как тебе мама красила ногти, да? Да. И губки? Да. Еще она сказала, под ногами, это у тебя под ногами, это собачка. Ну и она как восприняла, что говорит, попортила меня? Она говорит, испортила меня. Испортила меня. Я говорю, тебя ж Бог не такой сотворил, зачем краситься там? Это мама меня красит. Мамуля. Мамуля. Она подумает, что она меня не портила. Так она и губы красила, и брови. Она, говорит, меня испортила. Меня и портила, меня. Бог не любит меня. Это Гликерия. А у русских зовут Лукерия. А это Гликерия по-настоящему-то имя. Отрывается часть предложения, слова. Ну что, пошли? Пошли мы. Давайте, идите с Богом. Ну, спаси Христос. Побыли все. В гостях у дяди. Давайте с Богом. Она говорит, дядя Игнатью, в гости пойдем, пойдем. Ну вот, я принял вас, побыли. Спаси дать Христос, у меня нечего скажи, вам. Луковку могу дать. Не надо луку? А, нет, у нас есть. Чесноковочку, дай чесноковочку. А, чесноковочку, ой. Ага. Это надо взять, тут нам подарили тут. Ну, пойдем, пойдем. Вот она, гляди какая. Спаси Христос. Своего-то нет, люди дали. Ну, давайте, ага. С Богом. Ну, пошли. Пока-пока, сказать, с Богом оставайтесь. Давайте, давайте, быстрее дверь-то открыта, ну. Скорее. Всегда на... Вот так вот, зашли ко мне, посмотрели. Вот так.